Во Владивостоке на набережной спортивной гавани прошел ежегодный краевой фестиваль по спортивному подледному лову рыбы. В этом году народная рыбалка собрала более 250 участников. Для Приморья и для приморцев подледный лов – это популярнейшее увлечение. И эти соревнования, наверное, объединяют всех любителей зимней рыбалки не только из нашего края, но и всех регионов нашей страны за все эти годы. Как рассказал главный судья соревнований Владимир Колесников, каждому рыбаку разрешается иметь не более 4 лунок и не более 2 удочек. Ловить рыбу можно на блесну или любую наживку. Так, после короткого инструктажа участники выстроились на стартовой линии и после сигнала отправились к огороженному месту ловли. Зимняя рыбалка – дело коллективное. Некоторые участники приехали на фестиваль сразу с семьями. Дети с удовольствием присоединились к родителям. В завершении профессиональное жюри подвело итоги. Главный приз забрал пожарный Шкотова Степан Шакура, поймавший победного бычка весом 270 граммов. 270 грамм. Напомню, что ловили рыбаки у нас здесь, в акватории, недалеко от берега. Спорт в народной рыбалке присутствует только в правилах. Само мероприятие рассчитано прежде всего на любителей. Многие участники признались, что прибыли на фестиваль не ради приза, а для приятного времяпрепровождения. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на восьмом.